Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях отец Олег Патрикеев, настоятель храма Святой Великомученицы Варвары в поселке Рахья. Здравствуйте, дорогой отец Олег. Добрый вечер, Глеб. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У нас сегодня тема передачи, дорогие наши друзья, звучит так. Смертельный грех. Точка. Гарантия смерти – знак вопроса. Смертельный и несмертельный. Так обычно в православном сообществе мы говорим на эту тему. Когда смертельный грех можно преодолеть? И возможно ли это, дорогой отец Олег? Когда мы размышляем о смертных грехах, и если спрашивать людей на улице, то первое, что они называют в качестве смертельного греха, это убийство. То есть не убий, прежде всего, говорят люди. И для меня, в общем, во многом это понятно, потому что столько времени в нашем мире были войны, были всякие революции и прочие нестроение, когда смерть буквально ворвалась в жизнь человека, и, наверное, самым страшным, что только можно было себе представить, это убийство. Но убийство, наверное, не самый страшный грех, хотя и смертельный. Так вот, о смертельных грехах мы с вами очень хочется вас проспросить, потому что все-таки когда грех становится смертельным, и когда мы начинаем путать заповеди реально смертные грехи, которые мы совершаем. Глеб, вы затрагиваете очень серьезную тему, которая, наверное, не хватит даже 2-3 передач, чтобы донести до людей состояние всего человечества. Если отмотать пленку назад, как это можно сделать на кинофильмах, и увидеть первые дни творения, мы видим, что Бог творил все хорошо. И человек, сотворенный по образу и подобию, Адам и Ева, были прекрасны и лучшим творением Божьим. И вот здесь начинается постепенное движение человека, сближение человека и грех. Да? То есть грех и человек начинается сближаться. Посредник у них был дьявол. Прекрасный менеджер, который очень хорошо рекламировал товар, который, в принципе, был даже не его, и повелась Ева на это. И вот здесь вот творится удивительное и непонятное для нас, потому что мы не можем прочувствовать, что думали Ева в тот момент, когда им предлагали в обмен на жизнь вечную стать богами. То есть обмен был серьезный. То есть либо ты бог, либо ты лох. Да? То есть так, как у нас сейчас молодежи говорят. То есть ты можешь остаться как бы здесь все время, ничего так и не узнав. И смертный грех, такое название, знаете, смертный, это для меня кажется, любой грех, он является смертным. А вот все последствия первородного греха, это и есть наши страсти, окружающие человека. И теперь, когда грех вошел в мир посредством Адама и Евы, когда они согрешили, ведь расплата за этот грех, непослушание, вкушение плода добра и зла, да, познание, человек приобрел ген смерти. До этого момента он был без греха и жил вечно по благодати. Сам он как бы не мог жить вечно, но по благодати Божией человек жил и мог жить вечно. Вопрос такой вот интересный. Сколько дней продержался Адам в раю? Вот апологеты интересны. Некоторые пишут, что всего лишь один день было достаточно, чтобы соблазнить Адама и Еву. Некоторые пишут, что это было и возрастание их из такого юношеского возраста уже более зрелый. То есть это интересный такой момент. Но сколько человек продержался без греха? Вот здесь меня больше всего интересует. Сколько мы можем продержаться без греха? Минут, две, пять, день? У каждого свой такой спидометр, да, который отмеряет наше безгрешие такое. Да? И вот Адам, такой Ева, виновники, да, этого первородного греха,
они уже давно покаялись. Давайте их простим все-таки в этом, да, что мы носители этого гена смерти. И этот ген смерти в каждом человеке находится при рождении. И вот от него тянутся все, вот эти вот все 7-8, здесь можно смотреть на наших святых отцов, которые предлагают нам такой список основных смертных грехов, которые мы можем рассмотреть, и посмотреть, они ведь не только написали, вот есть такие грехи, есть такие страсти. Ну, это как меню такое, да, выбирайте, пожалуйста, что тут вам по вкусу, там, прелюбодеяние, нет, может быть, чревоугодие, нет, ну, и так далее. То есть можно выбирать меню, но факт, что это все находится в человеке, во всем Адаме, все эти смертные грехи, как первородный грех, он вошел в человека, в его плоть, осквернив душу, тем самым душа Адама стала смертной, сам Адам стал смертным. Вот. И поэтому мы носители всего этого. От как избавиться от этого меню, как бы отойти подальше от этих вот страстей, это уже православное учение о спасении, о благодати, и уже можно рассматривать как смысл жизни человеческой, да? Смысл жизни, как спастись от греха, как убежать от него, как спрятаться. Не от Бога спрятаться, как спрятался Адам в кусте, когда, а как спрятаться от дьявола. И вся Библия вот, насыщена этими моментами, откровениями, как бороться с грехом. А их перечислить можно будет, ну, я думаю, что нам, наверное, позвонят сегодня и спросят, как вот бороться там с интернетом, например, да? Или чем-то еще. То в том числе, когда мы говорим о смертных грехах, вот вы вспоминали наших отцов, святых отцов, которые по-своему говорили о степени смертельного греха. Но вот в обычном понимании обычного мирянина слово, само понятие «смертный грех» ведет к определенному пониманию. Раз это смертный грех, значит, этот грех гарантированно ведет человека к смерти. Но если мы задумываемся о всех грехах и о том, в особенности, как вы сказали, все грехи ведут к смерти, и все грехи смертельные? Нет, апостол Иоанн пишет там о том, что есть грех не к смерти. Об этом человеке можно молиться. Есть страсти, так называемые естественные, природные наши страсти, которые присутствуют в человеке, и они частенько тоже так неправильно относятся к выбору нашей воли. То есть мы иногда выбираем чуть больше, чуть-чуть больше, чем нужно. Да? И вот в этом переборе, да, как бы, когда мы перебираем, чуть нужно набрать 20 очков, да, а мы берем 22, и вот все. Перебор. Вот, и здесь вот это есть как вот в крайность уходит человек, вот это и есть грех. То есть мы находимся в плоскости уже как бы греха. Наша плоть, она уже соединена с ним. И нам теперь надо научиться с ним как-то бороться, как вот с вирусом. Мы что делаем против вируса? Мы одеваем маски, хоть что-то, какое-то сопротивление этому вирусу. Но это маловато для того, чтобы понять его глубокую проблему. Понятно. Отче, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Да, конечно. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Да, здравствуйте, Евгений. Я считаю, это любой грех, не только убийство, это самый простой, считается смертным тогда, когда человек совершает его целенаправленно и считает, что он прав. Не, он даже не абсолютно, не то, что не раскается, не считает даже, что он что-то делает неправильно. А вопрос у меня вообще в другом. Как распределяется степень греха в таком случае, если человек грешит против себя, это одно. А если он грешит против тысяч, а тем более миллионов людей своими действиями, тогда как? Очень интересный вопрос, Евгений, спасибо. Дело в том, что, дорогой Евгений, грех совершается человеком, он распространяется не только на самого человека. Представьте себе организм. В нем миллиард клеточек, да, больше. И вот вдруг одна забастовала и решила не отдавать, как это обычно делают клеточки, другой клеточке свое тепло, свою любовь, свою энергию. А что-то ей мало стало самой. И она начала подтягивать от одной, а второй, от третьей. Такие клетки в организме называются, вы знаете, раковыми. Они пожирают близстоящие клеточки.
И вот как вы считаете, если, например, не дай бог, рак возникает там на какой-то нижней точке у нас, там, ближе к пятке, там какой-то, вот, голова болит или нет? Я думаю, что болит голова, потому что болит все тело. Болит один член, болит все тело. Любой грех, совершенный человеком, он является грехом против всего человечества. Потому что мы во Христе, да, крещенные, мы составляем природу, человеческую природу Иисуса Христа, мы являемся Его телом, и порознь мы члены, а вместе собираемся мы в тело. И вот представьте себе, если вы начинаете грешить, ну, произвольно, непроизвольно, не желая того, или как бы желая, как вы говорите, там, уперто, да, так... Целенаправленно. Целенаправленно человек грешит, но он не знает, что это грех. Там, например, он хочет вывести всех на улицу, чтобы все кричали свободу, дайте нам там землю, что-нибудь еще. Так его сколько раз было, эти революционные действия. Вроде бы как бы за правду, да, за такой ух. Но на самом деле потом страдает вся страна от этого. И мы видим много примеров таких. Вот, поэтому я думаю, что здесь не стоит уподоблять, что если вы грешите только против самого себя. Даже если вы и так думаете, что вы согрешили, вот сегодня съели там колбаску, но поверьте мне, это не грех. Вот надо распределить просто, есть смертные грехи, а есть грехи, которые совершаются нашей плотью, нашей душой уже как в привычке, потому что грех, ведь он тоже не сразу действует на человека. Ведь грех такая, это работа дьявола над человеком, да, то есть у него целый отдел, да, по работе с каждым человеком. И вот у него сидят несколько там членов жюри, и они выбирают там, как, что кому подсунуть, поддать. Ну, Карл Льюса, почитайте, очень интересная у него книга есть. Там исповедь беса перед старшим бесом, как они нас как бы разводят, да, на чем, кого на чем. Ну, такое примерное подсказка. «Письма Баламута». Да, «Письма Баламута», прекрасная книга. Вот поэтому здесь я думаю, что нам, человеком, да, всему человечеству надо понять, в какой мы находимся, в каком находимся болоте, если честно. То есть мы находимся, ну, в очень серьезном состоянии греховного падения. И уже такие страшные катаклизмы, как вирус и все остальное, которое свалится на всю планету, которое не было ни разу, да, во всей истории, по крайней мере, нашего человечества, которое мы помним и знаем, история нашего человечества, таких не было. А это о чем-то говорит. И это говорит о том, что долготерпение Божие потихонечку заканчивается. Да? То есть, если человек не покается, это как мы видим на примере, опять же, еврейского народа, то происходит дальнейшее ужесточение как бы человеческой природы, чтобы она не взорвалась сама в себе от этих удовольствий греховных. Да. Вот мне все-таки понравилась мысль Евгения по поводу того, что действительно, когда мы устремлены в своем грехе, тем более, если мы понимаем его смысл, тогда вот действительно возникает та ситуация, при которой грех гарантированно ведет к смерти. Смертельный грех. Но все-таки, вот скажите мне, пожалуйста, когда мы совершаем грех, смертельный грех, не понимая его значения. То есть, ну, например, скажем, вот сребролюбие – смертный грех? Смертный. Вместе с этим, когда мы задумываемся о том, что вот надо каким-то образом дотянуть до зарплаты, и мы начинаем думать о том, что надо бы мне еще... И начинаем думать о деньгах, потому что деньги им необходимы. Сребролюбие это или это просто забота о ближних? Вот мне интересен этот вопрос. Очень, очень тонко здесь, да. Мы видим тонкую грань между тем, что выжить... Или как прожить, да, то есть вот у нас, вот, если есть у меня запас миллион, да, я знаю, думаю, как мне прожить миллион, я вот не как знаю. Как мне прожить до следующей недели, потратить этот миллион? Или не потратить, да, миллион? Это абсолютно разные вещи, потому что человек, который хочет выжить, он не думает не о деньгах, в первую очередь, он думает, как на эти деньги что-то купить, то есть он в первую очередь думает... Или как заработать. Как заработать, то есть не сами деньги его влекут, а смысл о выживании, да, о пропитании своей семьи. И нет здесь ничего плохого, если человек работает на двух-трех работах, сейчас это не ново и не старо. То есть человек, у нас черта бедности очень большая, поэтому мы не будем
даваться геополитические сейчас рассуждения. А вот откуда взялся грех сребролюбия? Очень интересно. И вот как с ним бороться? Вот здесь мы можем, давайте сейчас с вами прям целую такую картину нарисуем. Представьте себе, Глеб, что вот нам с вами там по 30 лет, да, мы молодые, красивые и не женатые, такие вот, нам все хорошо, у нас есть как бы все практически. И вот первое, мы просыпаем, ну, вы просыпаетесь, да, или я просыпаюсь. Что вы, вот в первый момент вы желаете вот себе, вот так вот вы проснулись, и вдруг вам, ну, вы в церковь не ходите, вот просто обычный человек хороший, работаете на телевидении, у вас все прекрасно, зарплаты там, гонорары хорошие. Что вот вдруг вам захотелось? Я никогда не был в такой ситуации, поэтому мне сложно представить. Простите, давайте я расскажу. Ну, наверное, себя. Позавтракать. Чашечку кофе? Да. Итак, нас тянет к чашечке кофе. Смотрите, если мы взглянем на расписание грехов, которые оставлены нам святыми отцами, если мы так посмотрим на наших святых отцов, Григорий Великий в 590 году, он как бы распечатал нам такую четкую позицию грехов, основные грехи смертные. Ну вот, но они ведь делятся на две части. Есть телесные грехи, и есть душевные грехи. То есть вот чашечка кофе, первый грех уже это чревоугодие, да? То есть желательная функция нашего организма побеждает желание там, помолиться, угу, да, за своих ближних, встать на коленочки, там, сделать там, какую-то зарядку, что-то еще, то есть как-то себя к чему-то понудить. Зарядку. Да, духовную зарядочку. Так. И вдруг, представьте себе, значит, вы это кофе захотели, попили, значит, кофейку и включили передачу, уже все вам хорошо, и там прекрасная красота такая, пляжи, там, ну, девушки, там, все такое. Угу. И вот плоть начинает уже искать. И второй грех – это разжение плоти. После кофе хочется… Разжение плоти? Разжение такое. Интересно. Да, такое блудное такое разжение. Такое вот, вот, ага. Ну, слава богу, вы это а не переживали. Поехать ли мне на Мальдивы? Ну, да, да. И вот человек начинает уже размышлять. И тут же это все приготовлено. Эти таблеточки, да, дьявола, они уже приложены. Кофе, так-так-так, по возрастанию. Потом кофе, может, коньячку немножко. Да? Почему нет? Коньячок. И вот пошла-поехала блудная страсть. Вот. Она действует через тело, но после как раз насыщения. То есть они взаимосвязаны. Это две сестрички. Сначала пришла такая вкусненькая кофе с булочкой, с коньячком. Потом другая девушка пришла такая страстная. Все. Блуд пошел. Да, блуд пошел. А где взять на это все денежки? Откуда у нас это все? Сребролюбие. Мне надо заработать, мне надо где-то поставить ставку, мне срочно надо сделать какой-то взнос или там вынос, mm-hmm, и так далее. То есть пошло движение ума, где заработать. Вот здесь, а на что? На что заработать не на близких, не на... Конечно. А заработать на свои страсти. Да. Mm-hmm. Вот она, третья уже такая серьезная тетенька пришла. Вот. И вдруг у вас что-то ничего не получается. Вы звоните туда, вы звоните сюда, у вас сделка рушится. Что происходит в организме, в душе? Уныние. Гнев сначала. Гнев. Да как какие вы? Все плохие. Да. То есть это, вот понимаете, да, вот, и это все вот, я переживаю сейчас сам, потому что я это переживал. Вот эти все страсти, они жили во мне. Да и сейчас, скорее всего, где-то там притихли. Но вот мы должны не просто рассказать людям список, а показать, что творится с человеком, когда это происходит в нем. И вот после гнева, когда уже человек погневается, а все ничего не получается, происходит уныние. Вот здесь уныние пришло, все, ничего не получается, а все так хорошо начиналось, не треснуть бы еще по рюмочке. И когда ты снова уже на веселе, у тебя тщеславие. Эх, пойду-ка погуляю я. Начинается у тебя рубаха-парень, все, все ко мне, все со мной, еще там кое-что есть в кармане. Вот, и всему этому мать – гордость. Она принимает его уже готовенького своего члена клуба. Заходите, все, вам значок. Все, все восемь смертных грехов у человека готово. Понятно. Давайте примем телефонный звонок. Да. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Глеб Борисович, отец Олег, здравствуйте. Меня зовут Игорь, я из Москвы. У меня даже есть вопрос и важное мнение. Вот, смотрите. Если душа человека покидает тело, может ли такое считаться гарантией смерти, потому что я в храме, меня поставили на ноги,
в 12-м году, и я стал бессмертным человеком навсегда. Угу. Вопрос? Вот что, в этом вопросе заключается. Может ли такое считаться гарантией смерти, если душа человека покидает тело? Угу. А, понятно. Ну, вы абсолютно правильно. Медицинский, спасибо, Вера. Медицинский, да, да, вот это... медицинский термин гласит, да, смерть наступает, когда человек перестает дышать, значит, у него прекращается сердцебиение, то есть заключение смерти происходит. Что же происходит, наверное, в духовном плане? Да? В этот момент душа человеческая отделяется, то есть происходит разрыв тот совместной жизни, который произошел много-много лет, дай бог вам много здоровья, чтобы это произошло на сотом витке, отделяется. И вот здесь происходит страшное. Человек никогда не имел опыта этого переживания. Душа и тело были всегда вместе. Потому что зачатие происходит, вот во время зачатия происходит душа и тело. Все, это уже целый человек. Все. И вот когда он разлучается, для души, конечно же, это непонятное состояние. Он, душа не понимает, как это. Я все же, то есть описание людей, которые, они, многие говорят о свете, там, о каких-то трубах и так далее, но страх смерти существует. Он существовал даже у святых отцов, страх смерти. И поэтому вот научить себя к смерти, научить к этому дню, себе как бы поставить такой календарик, святые говорят просто «помни о смерти, да, и не согрешишь». А что такое вообще смерть, как не проявление греха? То есть ведь это как бы разнозначные позиции. Кто у нас владеет смертью? Кто ее принес? Дьявол? Сирич, да? Сирич смерти. Он принес ее в наш мир через грехопадение Адама и Евы. И вот грех стал смертью, как бы вот, умноженной на жизнь человеческую. Вы знаете, я как бы очень так лет 10 назад вывел такую на уроке в школе старшеклассника, вывел формулу. Формулу бессмертия. По математическим образом я доказал, что бессмертие существует. Интересно. Да. Вот я говорю, ребята, давайте так посмотрим. Количество нашей жизни. Ну, вот вам сейчас по 15 лет умножаем, например, на количество дней в году, умножаем на там, часы. Это ваш потенциал, который вы сейчас находитесь. Вот. Вам сейчас есть столько-то лет, это ваша жизнь. А мы говорили с ними о грехе. Мы говорили о том, что грех стал производительной смертью. То есть, и тогда, если мы умножаем это число на x, x – это количество грехов, которые совершает человек. Чему это равно? Это равно смерти. Потому что грех есть смерть. Умножая количество, сколько бы тебе ни было лет, от нуля там, до 100, умножая на смерть или на грех, равно смерть. X равно вот количество грехов. Как нам сделать так, чтобы в конце вместо смерти была цифра 0? На что нужно умножить? X, x чему должен быть равен? Нулю. Нулю. Если мы умножаем нашу жизнь на безгрешную жизнь, то есть 0, мы в конце получаем 0. То есть смерти нет. И вот здесь вот мы должны понимать, для чего пришел Иисус Христос в эту жизнь. Для чего Он? Ведь Он единственный безгрешен. Его можно поставить в центр X – это Христос. Наша жизнь, умноженная на Христа, равно бессмертие. То есть смерти в этом нет. Вот таким образом, ну, как бы мы просуждали, дети согласились. Вот такая формула. Да, интересно. Ну, конечно, здесь очень тоже можно поспорить с умножением на ноль. Но, тем не менее, действительно, если все-таки в нашей жизни есть Христос, то тогда не существует и смертного греха? Если человек уверовал во Христа, если он крещен, не просто крещен, не просто крещен, да, но и просвещен, то есть он имеет Духа Святаго, и он верует, он символ веры знает наизусть, не по бумажке, не ошибается, он чувствует этот символ веры, для него это его жизнь. Верую в единого Бога Отца Вседержителя. То есть он, для него это его жизнь, это его стержень. Ни на йоту, ни на запятую, ни на точку, ни на филек, ни на что он не отвлекается.
Вот тогда понятно, что это Дух Святой в нем, как стержень стоит. И этот стержень бессмертен, потому что в нем Христос. Да? Мы не часто живем христианской жизнью, как бы всегда в нас Христос. Мы не можем, как апостол Павел, сказать: «Во мне живет Христос, для меня смерть – приобретение». Он достиг этого бессмертия через Христа. Он достиг бесстрастия. И вот мы обращаемся обратно. Как теперь это, как эти страсти угомонить в себе? Как найти этот способ? Ведь и целая школа есть православная отцов святых о том, как бороться со страстями. Вот каждый этот грех, который мы с вами, который я сейчас пережил вместе с вами, от чревоугодия до гордыни, ведь на него есть лекарства. Осталось только их применить. Мы бегаем в аптеку, только что-то мы там не покупаем. А вот от уныния нет лекарств в аптеке. От гордыни ничего не найдешь. От серебролюбия там не нальют тебе ни капелек, ничего. Поэтому вот это надо идти в другую аптеку. В церковную. В здравницу. В здравницу. В лечебницу. Мне вот очень интересно в ваших размышлениях. Очень много возникает вопросов, которые хочется мне вам задать. В том числе... Мы иногда все-таки встречаем такую позицию. Я настолько воцерковленный православный христианин, что просто туши свет. Может ли быть в этом случае тщеславие, которого мы не замечаем? Тщеславие очень трудно заметить. Или за гордыня. И гордыню очень трудно заметить в человеке, потому что она скрывается в нем. И сейчас, вот, как святые отцы говорили, я оденусь в тряпье, пойду в храм, тщеславлюсь. Оденусь в богатую одежду, опять тщеславлюсь. Это такое состояние души, в котором мы уже заключены. Нам от него не увильнуть. Только с гробовой доской она составляет. И то, даже помните, Антоний Великий, вроде бы, который возносился на небо, бесы ему кричали уже, аплодировали, браво, браво, да. Ты нас победил. Да, ты да. Нас победил, все, вот. Только дай им волю, да, победил, все. И тут же душа горделивая полетела бы в ад. А он сказал: нет, боюсь и страшусь вас. И вот только когда порог рая переступил, вот теперь я уже со Христом, он вас победил. Вот, и поэтому мы должны вот этот тщеславие, конечно, его не скрыть. Но им можно пользоваться. На самом деле, ведь как? Многие страсти, которые в нас существуют, они Богом данные. Как так? Вот гнев, например. Это же великое оружие. Ведь это же огнемет против самого себя. А я подумал, против ближних. Против них это как раз гнев, который смертный грех. Но если мы развернем это оружие на себя и погнемся на себя, когда, например, мы как раз переедим, переспим, перекушаем и так далее, то есть все словом «пере», то этот гнев может нас образумить, может нас стать: «А что это я с собой такое делаю?» Как блудный сын. «Да что же я тут такое все творю, всю эту рожки-то со свиньями ем? Может быть, встать мне, пойти к отцу моему? У него работники там получают больше, чем я». И вернулся. Да не только работником стал, вернулся сыном. Вот блудный сын – это все наше движение к отцу постоянно. То есть если мы вот движемся ежедневно, и вот эта смерть, ведь она... как бы никто от нее не застрахован. Это единственная константа вообще, которая существует. Если вот я уже появился, да, счетчик начал уже работать в обратную сторону, то есть мне уже пошли года отсчитываться, то есть это уже часы в обратную сторону. Да. Страшно, но ведь каждый день мы просыпаемся, ложимся спать с надеждой, что завтра проснемся. Но не все просыпаются. В молитве в вечернем правиле, когда мы неужели? Говорим «В руце Твое, Господи, предаю дух мой». И когда вот мы просим: «Неужели мне одр сей гроб будет? Или еще просветишь меня днем?» Это же удивительно совершенно. Но иногда возникают самое простое понимание в этих... иногда, казалось бы, сложных словах молитвенного правила, но если только вдуматься, ведь это же насколько все спасительно. Очень, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните? Здравствуйте, меня зовут София, я звоню из Москвы, я звонила вам уже, но вот у меня такой вопрос.
как бы связанные, да, со смертными грехами. Вот у меня, например, получается такая ситуация, что я как бы вот понимаю, что это смертный грех, но в то же время, ну, мне непонятно почему. Ну, например, у меня есть молодой человек, а он не хочет жениться. Ну, вообще никак не хочет. Вот мы с ним общаемся, ну, у нас, соответственно, близкие отношения, интимные, но жениться он прям вот отказывается, потому что он неверующий человек и все. Ну, вот получается, что я совершаю смертный грех, общаясь с ним. Но, допустим, я его люблю, мне хочется с ним быть. И получается, что у меня в душе присутствует только страх. У меня нету, понимаете, вот покаяния за то, что я совершаю, допустим, этот грех. А я не раскаиваюсь на самом деле. Я понимаю, что это грех, я могу пойти в церковь, исповедоваться. Но нету вот именно покаяния, а есть только страх, вот что я совершаю этот грех. Вот как здесь быть? Вот как найти какую-то... Что здесь нужно сделать? Как победить это? То ли страх, то ли расстаться с этим молодым человеком, но получается, что как бы ты, если ты любишь человека, а он не хочет жениться, получается как? Ты должен бросить и искать другого, который тоже, может быть, не хочет жениться. В общем, вот я хотела бы задать такой вопрос. Спасибо вам большое. До свидания. София, спасибо за вопрос. Да, вопросик трудный, конечно же, София. Как говорится, Бог вам в помощь. Но, знаете... Ведь чем побеждать грех? Давайте посмотрим просто на те лекарства, которые предлагает церковь. Средства от такого состояния, от которого вы сейчас находитесь, и страх, как бы и хочется, и колется, и мамка не велит. Да, вот это вот такое состояние. Вроде как бы, потому что грех, самый сладкий грех, это грех прелюбодеяния. Поэтому на него падает практически 90% не мужчин, не в телесном, но в образах всегда. Дьявол подбрасывает этот грех, потому что очень трудно с ним совладать. Величайшие святые, и те падали, и мы знаем множество примеров из даже из книг, да, как там отец Сергий там рубил себе пальцы и так далее. Это тяжелая ситуация, и побеждать такой грех невозможно. Предаться этому греху, но вы уже и так в нем живете. То есть здесь возможно, мне кажется, только одно – уповать на милость Божию. Но, во-вторых, наверное, нужно прибавить просто молитвы за этого человека, за вашего любимого. Ведь любовь ваша телесная, которую вы ей даете, она ничтожно мала по сравнению с той энергией, которую вы можете дать в молитве. Молитвой двигаются горы, молитвой движутся звезды, молитвой воскрешаются люди, исцеляются. Так мы просто не молимся, мы не пользуемся этой молитвой, мы просим всегда кого-то помолиться. Там батюшка помолится, там кто-то еще, там, ну вот записочку напишу. А где же наша молитва, где же наше общение с Богом? Вот вы сейчас сказали эти слова, а сегодня возьмите эти слова, которые вы сказали вечерком, уже когда все уснут, встаньте перед иконочкой. Иисуса Христа, например, или Божью Матерь лучше, потому что Иисус Христос может так вам сказать, только два слова. Прощаются тебе грехи. Иди и больше не греши. Весь опыт, мы этот опыт прошли через Евангелие. Женщина, взятая прелюбодеяние, да, она была прощена. И вы прощены, если вы в этом раскаетесь. Но вам Господь, если Он вам об этом скажет, вы это прочувствуете, и вам не захочется больше идти к этому человеку, потому что вы пойдете за Христом. Как пошла Мария Магдалина за ним, как пошли и другие женщины, которые тоже были не святыми, но стали святыми. Поэтому идти за Христом или идти в матрицу временной любви – это ваш выбор. Никто вас за это сейчас не осуждает. Тем более вы в этом уже честно признались, вам уже срок скостили. Поэтому поверьте мне, вы сейчас просто на распутье. Направо пойдешь, налево пойдешь, прямо в храм, на исповедь и ко Христу. А налево направо, ну, это ваш выбор. Ну, София, ты здесь задела еще одну очень важную тему именно в разговоре о смертных грехах. Когда нам нравится, как бы сказать, мы понимаем, что я совершаю смертный грех, но хочу найти такую как бы серединку, наполовинку, чтобы и грешить, и чтобы не умереть. У нас нет опыта смерти, нас не страшит смерть. Если бы каждый вечер бы к нам приходил бы агент смерти и просматривал, готовы ли мы, да, список наших добрых дел и так далее, ангел смерти приходил бы, так мы открываем, заходим так, ага. Тогда бы у нас был бы страх смерти. Но так как у нас его нету, мы все время откладываем на потом. И вот отцы святые нам говорят, момента мора, да, момента мора, помни о смерти, потому что там вечность.
Как научиться умирать? Об этом, опять же, пишут нам афонские отцы. Они идут учиться умирать на Афон. Они идут туда для того, чтобы научиться умирать, но не для того, чтобы умереть, просто костями лечь, там, да, и дело с концом, а умереть для греха. Ведь в крещении мы что читаем, когда мы крестим младенцев или о том, что... Когда сами крестимся. Да, сами крестимся. Мы умираем со Христом. Мы в смерть Его крестились для того, чтобы жить с Ним, то есть воскреснуть с Ним. Человек, который крещенный, он умирает для греха. Его нету в этой матрице, он умер. Только потом он сам в нее... Тук-тук-тук, можно к вам? Что-то мне вот хочется что-то другого, там повкуснее, да, что-то здесь очень все так пресненько, все так это ровненько, хочется там дравика такого. Поэтому да. Человеческая природа, она тянется к греху. И вот устоять вот в этой благодати практически невозможно. Так как мы мирские люди, мы живем в миру, и нас окружают миллионы соблазнов просто. Куда ни... Везде вот что-нибудь да вкусненько найдешь. Вот как удержаться, это, опять же, опыт святых отцов. Вот мы можем, опять же, чревоугодие, да, тире пост, да, то есть чем побеждается таблетка пост? Хотя бы начнем с пятницы и среды. Не надо браться там за великий, там, хотя бы уберите мясо из холодильника, которое там уже годами замерзшее лежит. Начните хотя бы с чего-то освобождаться, то, что вас там... вас притягивает. Ну, вот притягивает меня там шашлычок. Ну, не могу я без него жить. Ну-ка, возьмите его, уберите. Не ты не можешь жить. Твое тело, твоя плоть жаждет этого шашлыка. А душа жаждет другого. И вот постепенно чревоугодие начнет... Но там же ведь рядышком уже другая, там уже блудная. И вот они связаны. Если ты начнешь сжимать одну, то и вторая начнет ужиматься. Потому что все прелюбодеяния всего мира, они связаны с винопитием, с постоянным движением плоти, ее насытить, и потом это разжение происходит, кровь бурлит, особенно если молодая, то, конечно же, надо где-то ее выстрелить. Вот, поэтому и все эти грехи, они вот как раз есть, на них лекарство. Серебролюбие, ну вот любишь ты деньги, вот ты чувствуешь, что вот я просто, вот, просто тебя не... Не может, тебя трясет там от рулетки, там, от чего-нибудь еще там, заработать. Так, ну, попробуй побороться, если ты хочешь посмотреть, сможешь ты побороться себе. То есть это же интересно. Бороться с самим собой. Это так удивительно, так прекрасно. Постоянно проигрываешь. Армрестлинг только с самим собой, да? Да-да-да. Но проигрываешь часто. Да, но это интересная мысль. Я, честно говоря, каждый раз, когда думаю о... еще в одном аспекте размышления о смертных грехах, у нас есть постоянное и очень правильное размышление о покаянии и о смерти, о смирении. У нас это вот есть постоянно, и мы очень часто слышим в проповедях: покайтесь и смиритесь, покайтесь и смиритесь. Но, опять-таки, здесь тоже возникает мысль о том, что да, я смиряюсь, я каюсь, но жизнь свою не исправляю. Вы мне ответите на вопрос сразу после телефонного звонка. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Добрый вечер, Ирина Ярославовна. У меня два вопроса от нашей семьи. Первый от меня. Есть такое выражение: нет греха непрощенного, есть грех нераскаянный. Вы согласны с этим выражением? И второе, у меня сын спросил, почему грех называется смертным, все равно все люди умирают. Ну все, нет такого, который бы не умер. Или это имеется в виду вечная жизнь после смерти земной? Ирина, спасибо. С первым вопросом абсолютно согласен. Это слова святого отца, святых отцов, о том, что нет грехов непрощенных. Любой грех будет прощен человеку только при одном условии. Во-первых, он должен в этом покаяться. И, во-вторых, мы должны научиться прощать и других людей. То есть мы прощаем. Это вот как вот, опять же, вот в этом теле. Если мы прощаем, да, то тогда тело, и та клеточка нас прощает, если она обиделась, например, да, там, если там, случайно по ней ударить. То есть это такая вот взаимовыручка такая. И Господь нас поставил в такие условия, что если мы не прощаем, значит, ты не прощен. Прощаешь. Я ставлю нам долги наши, да, якобы же и мы оставляем. Да, да, да. Вот, второе. Все равно умрем. Не умрем. Если согрешим, умрет душа. Та бессмертное дыхание Божие, которое вдал нам Господь, она пойдет, увы,
в другие такие нижние слои, к тем, кто нам эти страсти принес. Ведь что такое эти все страстные грехи? Это ведь это страсти, страсти, которые нас окружают. Откуда они идут? Они – это облик дьявола, это его характер. Он сребролюб, он гордынь, он унывает. То есть у него все, весь спектр этих грехов находится в нем. И он разбрасывает это каждому. «Берите, берите мое сокровище». И мы, люди бегут, вкушают и думают, ну вот теперь я точно буду богатым. Теперь я точно сделаюсь начальником какого-то, буду таким гневным, что уж трепещать меня будет. То есть надо отречься от дьявола. Отречься от него, от всех его дел, всех агилов, всех гордынь его. Там, плюнуть, дунуть на него, чтобы... Отрекаюсь тебя, сатана, да. Служение тебе и гордыни да, твоя. Как в крещении. Вот мы должны так же... Вот в покаянии, это наше второе крещение. И вот я бы перед этим покаянием еще бы спрашивал, отрекаюсь ли ты от сатаны? Вот как, вы говорите, он говорит, я каюсь в этом, но не могу никак справиться. Я опять пойду там в блуд. Вот есть еще эпитемии для этого, да, то есть у нас существует еще, если человек не кается, и он хочет и причаститься, и хочет ходить в церковь, есть эпитемии, которые накладываются как уже такое серьезное лекарство. Есть там маленькие там, поклоны, там, чтение акафистов на определенные темы. Но если человек не кается, то приходится там и делать такие серьезные уже, там даже некоторые случаи приходится отличать от причастия. Вот именно в таком случае, когда человек как бы не хочет расстаться с греховной жизнью другим человеком, но при этом хочет быть все-таки православным и причащаться. Гордиться своим грехом. Ну, гордиться грехом – это вообще вторая степень. Это уже другая. Это человек приходит и перечисляет свои грехи. Да вот это, да, вот, вот, вот это, какой да, я. Вот, да, то есть он не говорит, какой я, но вот, вот такой я. Так, я говорю, ну хорошо, а что вычеркиваем из этого сегодня, из этого меню, что вы мне принесли? Давайте чем-то расставаться. Вы же пришли расстаться с грехами? Или мне рассказать просто про них? Да я могу НТВ включить и посмотреть, расскажут мне про эти грехи. Зачем мне вы их мне пришли? Вы пришли расстаться с грехами на исповеди. Я рву эти бумажки над вашими головами, чтобы их больше не было. А вы их снова склеиваете и обратно берете в кармашек. Нет, 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 я не могу без этой бумажки жить теперь. Как это? И вот и получается, что мы приходим с чемоданами грехов, ставим их... Уносим с собой. Да, после этого берем обратно. Жалко, что человек не может понять простоты в спасении. Надо включить свет. Ведь темная комната, это не надо бегать там, размахивать белым полотенцем, размахивать, чтобы уйти. Свет надо включить. Включи свет, впусти Христа в себя. Каким образом? Молитва Иисусова, Боже мой, какая простая, но начните ее потихонечку, тихонечко, легонечко там. Если не умеете молиться там по молитвослову, там, ну понятно, время нету, ничего, но хотя бы эту-то молитву можете сказать. Ведь говорите, когда нам плохо, Господи помилуй, Господи помилуй. Но добавьте, к какому Господу ты обращаешься? Иисусу Христу? Тогда скажи ему, Иисус Христос, помилуй меня. А как кого? Грешного. Так помилуй, конечно же, если ты мне об этом скажешь, только признайся мне в своих грехах, скажи, что грешен. Пока ты не признаешься, твоя гордость не дает переступить через это. А вот, наверное, получается еще один нарушение заповеди, да не будет у тебя других богов, кроме меня. Потому что получается, когда мы спешим на трамвай и бежим, успели, о, Господи, помилуй. И в этом случае получается богохульство. А если мы искренне успели, да. Слава Богу, успел я и искренне сказать Господу, другая вещь, это сразу получается молитва. Потому что когда, тоже ведь вспоминается, не всякий, говорящий мне Господи, 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 войдет в Царство Небесное, но лишь тот, кто соблюдает волю Отца моего. Да. И здесь вот, опять-таки, хочется вернуться, вот вы уже практически ответили на этот вопрос, который был до звонка, по поводу смирения и покаяния. Потому что, вот, наверное, в Иисусовой молитве и есть и покаяние, и смирение. Но ведь здесь тоже может быть такая же история, когда бывает, мы молимся, Иисусовой молитвы, и вот там я вот сегодня должен эту молитву прочесть 10 тысяч раз. И начинаю 10 тысяч раз. А сегодня я 11 тысяч раз. И получается опять, вот вроде бы как, вопрос у меня здесь возникает.
Где-то середина. Где, может быть, один раз произнести искренне от всего сердца, и не нужно 10 тысяч раз? Или количество переходит в качество? Ну, здесь, во-первых же, опыт святых отцов нам подсказывает о том, как аккуратно действует молитва Иисусовой. Она, ей нельзя разбрасываться, да, то есть вот так вот сейчас все начнут Иисусову молитву, там, у всех там видения начнутся, и там круги перед глазами. Да, это здесь нужно делать обязательно с благословения духовника, чтобы он следил за твоим движением твоих помыслов, чтобы он смотрел, что у тебя происходит, какие изменения у тебя происходят, как врач. Ведь он дает лекарства и смотрит изменения, то есть приходите через неделю, посмотрим, что случилось. Я вам прописал лекарство, вы приняли, пришли, ага, что-то не пошло, меняем лекарство. Так и здесь. Молитва Иисусова, это количеством ее не возьмешь. Должно быть качество. Вы правильно говорите, что лучше один раз, как преступник на кресте. Ведь мы говорим, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, да, как преступник на кресте. Вот он же не сто раз говорил, там, у него чёток не было в руках, он уже не мог, руки были прибиты. Он только вздохнул о своих грехах, покаялся перед Богом, исповедовал его, и просто попросил помянуть его. Он не говорил, открой мне двери, садись с креста, как другой преступник, там, спаси себя и нас. Что-то, ты же Христос. Что, ты не можешь ничего, что ли? Он, вот это покаяние внутреннее, осознание своих грехов, что мы по делам это получили. Вот мы, церковь почему святая говорит это перед причастием, чтобы мы каждый прочувствовал себя именно этим преступником. Мы каждый этот преступник, который висит на кресте, рядом со Христом. И вот наши слова – это и его слова, и наши слова. Мы должны четко их произносить и понимать, что это я сейчас приношу перед тем, как войти в Царство Небесное. Я вкушаю в себя Царство Небесное, я вкушаю в себя всего Христа. И вот тогда получаю прощение. Ныне будешь со мной в раю. И я в раю-то не там еще буду. Я должен быть здесь в раю. Я должен здесь у себя в сердце этот рай найти. Царство Небесное внутри вас есть. Царство Божие нудится. Да, обязательно. Ничто просто так не дается. Поэтому теплоохладность здесь отключается. То есть, если подводить итоги, то можно, наверное, с уверенностью сказать, что смертельный грех может быть и не смертельным, если пустить в свое сердце Христа. Не просто позволить ему постоять рядом, а во Христа креститесь, во Христа облекохтесь. То есть, если мы облечемся в самого Христа, тогда и смертного греха не будет, а если он и был, то он простится как разбойнику благоразумному. Но мы все хотим такого варианта, когда вот там и распяться, сораспяться не хочется, и при этом получить Царствие Небесное. Так ведь? Ну, сораспяться – это нужно, по-любому. Нас распинают все, от начальников до подчиненных. Это тоже распятие. И наше желание их обнять может только быть, если мы на кресте руки в сторону и обнимаем. Тогда я не согрешаю, когда моя плоть, когда моя на кресте со Христом. Но когда я отрываю руки с креста, то мои руки начинают действовать. Ну вот поэтому надо возносить руки вверх и молиться все вместе, как подобает, когда мы молимся у престола, мы поднимаем руки вверх. То есть мы сдаемся Христу. Да, и еще, конечно, здесь есть такой удивительный момент, когда мы накладываем на себя крестное знамение, то это уже крест, который мы несем и в себе. Да. Дорогой отец Олег, спасибо вам большое. Благословите наших телезрителей. Господь да благословит. На все доброе. Спасибо вам, большое, дорогие наши телезрители. Спасибо за ваше милосердие и за ваши молитвы. И оставайтесь на Первом православном.